Вышла новая 59-я серия Скибиди Тойлот. Как мы видим, что тут происходит? Сначала прилетает какой-то скибидист, который начинает лазером излучать. Но потом прилетают камерамен Титан и спикермен Титан. Спикермен бьет оружием, стреляет прямо в рот ему. А потом прилетает другой скибидист. Он его ломает успешно. Камерамен Титан запихивает два гранатомета РПГ ему в рот. И потом уничтожает. Далее прилетает спикермен. После чего один камерамен Титан показывает лайк. Показывает, как появляются остальные спикермены, камерамены и так далее. Но тут пока что спикермены, именно только спикермены, а вот тут уже камерамены. Даже Спайдер появился. И тут смачное мужское рукопожатие камерамена Титана и спикермена Титана. Что и получается, и такой конец серии. Ну а теперь к разбору. Мы видим большого скибидиста, на которого залез камерамен Биг. И мы видим вдалеке другого Биг-камерамена. Когда наш персонаж бежит смывать скибидиста, мы видим его выражение лица. Ну а позади него камерамен обыкновенный, которого он бил своей башкой. Камерамен показывает легендарный класс. А потом появляется ненадолго новый вид скибидистов. Ракета лазера Скибиди Биг появляется, а также там два вертолета. Если присмотреться в этот уголок, можно увидеть кого-то похожего на военного, а также у него появились щупальца. И также мы видим что-то непонятное на этих крышах, будто бы кто-то там наблюдает. И да, появляется черный вертолет, но он тоже живет недолго, ведь его уничтожают. Если уже приглядеться в тот уголок, можно увидеть как будто бы череп скибидиста. И понятное дело, это происходит все во Франции. Понятно уже по дорогам, по домам, напоминающие одно кое-что. Мы видим танцующего спикермена на крыше, который забавно флексит. Как можно понять, что это дело происходит во Франции? Мы можем увидеть вот такой колпачок на доме. Также мы можем увидеть газеты, где явно написано про скибидистов, ведь там что-то замучено видно скибидиста какого-то. Но бедный камерамен, лежащий там, это деталь, которую мы не заметили, когда просто смотрели эту серию. Также мы видим последствия города и что-то там в уголке, кажется, черную камеру. Кстати, если вы не заметили, тут пролетает спикер-вертолет. Наверняка вы помните, из какого мультика, из какого знаменитого русского сериала это здание. Извиняюсь, конечно, но толком скрытого почти что ничего не было. Но такой разбор этой серии. Наверное, каждый поймет разбор этой серии. Так что всем удачи и всем пока.